Заниматься рыбалкой Владимир Блохин начал в 5 лет. Оттачивал навык каждые выходные, отправляясь на речку вместе с отцом. Достиг неплохих результатов. И городские соревнования по рыбной ловле – это отличный повод проверить свой уровень, а заодно и поделиться опытом. Мне интересно, чисто спортивный интерес, узнать, кто из нас сильнее, кто более смекалистый и умнее. Вот чисто интерес. То есть победа не главное, просто интересно поделиться опытом. Среди участников турнира по рыбной ловле можно было встретить и юных рыболовов. Они наравне со взрослыми соревновались за призовые места. В этот спорт меня привел мой папа. Мне понравился этот спорт. Я теперь полюбил рыбалку. Мне нравится, потому что я люблю ждать и люблю смотреть за поплавком. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыбалке есть свои правила. Каждому участнику путем жеребьевки отведено определенное место, и переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую. Ловля сегодня сложная, сразу скажу. То есть как бы водоем, в принципе, у нас водоемы довольно сложные. Вот, тем более, как бы, опять же, как я всегда говорил, то есть как бы во время соревнований рыба клюет хуже. По правилам соревнований, всю рыбу, которую поймали участники, они выпускают обратно в водоем. По итогам турнира победителем стал Максим Ведищев, вторым – Владимир Блохин. Бронзу забрал Алексей Тверсков. Впереди участников соревнований ждет областной турнир по рыболовному спорту, на который съедутся сильнейшие команды региона. Соревнования пройдут в середине июля. Участников 3-го городского велопарада приветствуют герои спектакля «Красная шапочка» Саровского драматического театра. Лиса, медведь и заяц танцуют с ребятами зажигательный танец, разминку и отправляют малышей на старт. В этом году велопарад посвятили Году театра в России. Поэтому в наших предложениях именно звучало то, что должны заезды быть костюмированы. И вообще предполагалось, что участие всех горожан в празднике таким тем или иным способом будет иметь отношение именно к Году театра, карнавалу, костюму и так далее. Фиксики, супергерои, пираты, озорные пчелки и принцессы сели на свои велосипеды и проехали символический круг по площади вокруг памятника Ленину. Маленький Филипп пришел на велопарад в костюме тиранозавра Рекса, героя популярного мультика. Но мы до этого ездили на беговеле, ну не мы, а Филипп. Вот, и сразу села, поехала, да, 4 года. Это полезно еще, это очень удобно, потому что если они долго идти куда-то, они устают, конечно, в таком возрасте. А на велосипеде это всегда весело, правда, Филипп? В первом заезде праздничного велопарада приняли участие воспитанники детских садов и младшие школьники. Юные спортсмены преодолевали дистанцию под чутким контролем родителей. Злата Денисова села на двухколесный велосипед всего пару дней назад. Во-первых, это спорт, во-вторых, это интересно. Плюс можно посмотреть и ветер, когда едешь ветер. Это очень здорово. За самые яркие костюмы участников велопарада наградили памятными призами. После заезда гости праздника и их родители увидели шоу мыльных пузырей и выступление клоун мим-театра «Мир лиц». Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником. Праздником Днем здоровья в ядерном центре. Не сомневаюсь, что здесь собрались самые сильные, самые ловкие и мужественные спортсмены. Физкульт-привет, хочется сказать, в этот прекрасный день. И всего самого хорошего вам на стартах. Более 400 спортсменов и любителей собрались на стадионе ИКАР, чтобы принять участие в семейном спортивном празднике, посвященному Году здоровья в Росатоме. На торжественной церемонии открытия к ним обратились представители городской думы, ядерного центра и профсоюзной организации градообразующего предприятия. Выступающие отметили активность сотрудников в проведении различных спортивных мероприятий. В соревнованиях участвуют все коллективы физкультуры нашего предприятия, лучшие спортсмены и ветераны спорта. И это будет наш достойный вклад в проведение Дня здоровья Росатома. В этом году в рамках Дня здоровья проводили соревнования по 9 видам спорта. Все желающие также могли сдать нормативы ГТО. Сразу после торжественной церемонии открытия одновременно на нескольких площадках начались спортивные состязания. Наравне со взрослыми активное участие принимали и дети. Девиз нашего сегодняшнего мероприятия – это «Здорово вместе». Здорово пообщаться вместе здесь, здорово пообщаться с физкультурой, здорово, что получить эмоции положительные и создать себе праздник самому. Новшеством этого года стал легкоатлетический забег на 1 км 100 метров Саровская верста. Маршрут пролегал по улице Зерновой и проспекту Музрукова. В общей сложности участники пробежали 2 раза вокруг стадиона.
третий год подряд сотрудники ядерного центра сдают нормы ГТО. В этот раз в комплекс включили упражнения на гибкости, пресс, прыжки в длину, отжимания. У Алексея Чернова пока нет значка, но он полномерно идет к цели. Не все получается, но мужчина раз за разом улучшает свои результаты. ГТО, на мой взгляд, мотивирует, чтобы держать себя в хорошей форме. Как минимум посещение ГТО, хороший. Времяпрепровождение хотя бы хорошее. Дни здоровья каждый мог выбрать себе соревнования по душе и темпераменту. Сергей Уланов отдал предпочтение силовому виду спорта. В роли снаряда гиря весом 16 килограммов. По условиям сегодняшних правил нужно за 2 минуты времени сделать 16-килограммовую гирю, толчок, и сделать максимальное количество повторений. Результат у Сергея впечатляющий. За отведенное время левой рукой он поднял гирю 99 раз, а правой 110. Оценку своему достижению спортсмен дать затруднился, отметил только важность регулярных тренировок. Из практики я понял, что нужно заниматься двумя гирями, не одной. И почему-то я заметил такую статистику, себе, по крайней мере, что если делать две гири одновременно, толчок, какое-то определенное количество, то одну гирю ты потом можешь сделать приблизительно в два раза больше. Баскетбол, волейбол, мини-футбол и многое другое. Пока одни активно боролись за победу на спортивных площадках, другие вели молчаливый спор на черно-белых полях, разыгрывая партии в шашки и шахматы. День здоровья – это семейный праздник, и дети не только болели за своих пап и мам, но и пробовали свои силы в спортивных дисциплинах. Павел Филисов занимается спортом с детства. Сначала это был футбол, но серьезная травма ноги поставила крест на возможности развиваться в этом направлении. Жить без спорта Павел не хотел и искал для себя альтернативу. Ей стал пейнтбол, игра, в которой меткость, скорость и способность стратегически мыслить играют главную роль. И вот уже больше 9 лет Павел выходит на специально оборудованные поля с маркером в руках. Карьера начинается у всех просто. Увидели прокат, сходили, заболели. Дальше покупка своего оборудования, нашли команду, хорошо, что она тогда уже существовала, клуб единомышленников, и дальше уже тренировочный процесс и игры. Команда «Реактор» стала для Павла второй семьей. Вместе с товарищами они по полной выкладываются на тренировках, чтобы доказать всей стране, Сарове умеет играть в пейнтбол. Областные, всероссийские и даже международные соревнования. Спортсмены стараются не пропускать серьезных турниров. И именно чувство локтя и умение понимать друг друга на интуитивном уровне позволяет добиться высоких результатов. На втором этапе Кубка Москвы «Реактор» занял первое место, а Павла Филисова признали лучшим игроком турнира. Команда помогла, плюс в полуфинале удалось, когда остался один, поразить 4 соперников. И судьи единогласно выбрали лучшим игроком. Всего в турнире принимают участие 11 команд из Москвы, Московской области, Иваново и Ярославля. Победа на этапе – это еще не победа в кубке, поэтому расслабляться рано. Пока «Реактор» занимает вторую строчку в общем командном зачете. И ребята активно готовятся к третьему финальному этапу состязаний, который пройдет в августе в Москве. На протяжении 11 лет мы ездим постоянно на все эти турниры, постоянно занимаемся зимой и летом. Это хобби, интерес. Сегодня за клуб «Реактор» играют более 30 спортсменов, и для каждого из них пейнтбол – это не просто праздное развлечение. Это серьезное хобби, в котором нет места поверхности. За каждой победой стоит упорный труд и многочасовые тренировки. Но награда велика – адреналин во время игры и невероятные эмоции на пьедестале почета. В клубе рады новичкам. «Реактор» открыт для всех, кто ценит спорт и жаждет добавить драйва своей жизни.